Привет, друзья! Сегодня запишу видео по запросу на YouTube-канале. Это будет массаж рук. Ну так, друзья, начинаем процедуру массажа. Используем крем. Наносим крем на каждую ручку. По мере высыхания мы добавим. Сначала поглаживающими движениями по всей руке растираем мягко-мягко. Но если более грубые руки, то посильнее будем нажимать. Здесь у нас нежная кожа, руки тоже нежные. Мы прям нежненько, как парим по коже. Переходим на пальчики. Непосредственно зону кутикулы. Проглаживаем каждый ноготок. Здесь вы можете более дольше, минутки 2-3 задержаться на вот этих моментах. А я буду переходить дальше. Теперь каждый пальчик. И поднимаемся по суставу, по косточке вверх. И каждый пальчик. Вверх-вверх-вверх. Обязательно нужно суставы проходить, разминать, чтобы улучшался кровоток, эффект расслабления, релакса. Все это способствует лучшему внешнему виду рук. Бывает, у кого как раз суставы порой болят, тоже полезно делать массаж. И самомассаж рук тоже полезен. И продолжаем проглаживать. Сейчас мы только вот эту сторону будем. Позже будем переворачивать ручку. Также вы можете подкладывать подушечку под руку. Мы вот этого делать сегодня не стали, но можно. Мне кажется, даже удобнее. И проглаживаем кожу. Теперь переворачиваем ручку. Немножко нужно добавить крема. И гладим, опять же, к запястью. И каждый пальчик проминаем. Проминаем. И уходим за запястье. Другую ручку. Я прям очень хорошо проминаю большим пальцем вот серединку руки. Представьте, что вы лепите из теста что-то в этом роде. И в запястье. Можно сказать, мы лепим каждый пальчик. И в конце мы проглаживаем, переворачиваем и опять же проглаживаем. Каждый пункт можно повторять по 2-3 раза. Вот, в принципе, такая вот техника массажа. Всего доброго, пока-пока!